Ну, мы как производитель систем крепления, в итоге к нам обращаются почти все компании, которые получают заказы или инвестора напрямую. Этот год, наверное, за последние лет 5 самый активный именно в Украине и продолжает набирать обороты. То, что касается других стран, мы ведем проекты, например, в Белоруссии, опять-таки развитие налицо, да, то есть есть проекты не просто large scale, а super large scale по 55 мегаватт, 109 мегаватт, поэтому в целом то, что касается именно солнца, то развитие как бы налицо. Ну, на текущий момент наиболее перспективный рынок для нас – это рынок Украины. То есть в первую очередь он обеспечен или и подтвержден заинтересованностью инвесторов по приходу на наш рынок. Второе – у нас здесь расположены производственные мощности и все компетенции по стройке и пуску станций. Ну, кроме того, второй как бы для нас по перспективам это рынок Белоруссии, ну и дальше видим свой путь в Казахстане, в Узбекистане. То есть это там, где сейчас рынок тоже солнечной энергетики в зачаточном состоянии, но очень большие программы правительства по запуску станций large scale проекты. Ну, SysSolar для нас это мероприятие на самом деле уже типовое, мы всегда на нем присутствовали, но ни разу не были представлены как компания-спонсор, да, или участник. Это наше такое первое участие. Есть свой стенд. Мы поделимся новыми, достаточно интересными проектами. В частности, проект 55 мегаватт в Беларуси, в котором мы принимали непосредственное участие. Я думаю, что такое мероприятие, оно не просто должно быть, оно обязано как-то расширяться и, может быть, даже быть чаще, потому что мы видим, что нет мест ни на конференции, ни свободных столиков, то есть желающих намного больше, чем, ну, реально, наверное, и организаторы ожидали, и мы, как участник, тоже как бы приятно удивлены.